have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Алазушки. Привет! И я случайно оказался прямо в катке. Я только зашел в игру, и меня сразу же закинуло в катку. Это, наверное, первый раз, когда так удачно совпала загрузка игры с загрузкой катки. Поэтому, да. Меня грохнули. Как быстро попал в катку, так же быстро из нее и свалил. Так, наверное, я замаскируюсь. Нужно быть очень неподозрительным. Нужно быть очень неподозрительным. У меня самая неподозрительная маскировка, чувак. Все. Почему я не могу на таб убрать список? У меня тоже сейчас самая неподозрительная маскировка во всем вообще человечестве, в мире. Неподозрительность включена на полную. Ты в очках и с носом? Нет. Тогда ты подозрительный. Если не ты угадал. Тогда все, ты не считаешься. Посмотри по-другому немножечко. Где-то. Так, мы опять в каточке. Хорошо. Посмотри на самого неподозрительного человека, белый, который сидит рядом с тобой. Ай! Что это за маска, черт побери? Как... Ну, неподозрительно же. Совсем. Аж тебя первым убили, а так неподозрительно. Чувак такой, что это сидит рядом со мной? Тш, проще просто пристрелить сразу. Что это сидит? Чувак просто вышел. Класс. Лол. Опа! До свидания. Ты мне не нравился. Пожалуйста, что-то редкое. Ящик, дай мне что-то крутое и редкое. Ну, конечно, нет. Что, ножку от стула тебе в глаз? Да, мне дали ножку от стула прямо в глаз. Прикинь, как обидно. Меня грохнули, да. Спасибо. Я оценил. Ой, ты опять замаскировался. Красавчик. Откуда ты такие маскировки берешь? Ко мне? Да. А, ну просто они существуют. Это рандомные маскировки или... Это мои собственные маскировки. Тут можешь создать кастомные маскировки? Не, то есть я говорю про костюмы. А. Ты просто тупо скины одеваешь? Да. И я вам очень неподозрительно начинаю выглядеть. Согласен. Ну, пойдем посмотрим тогда следующий каточка. Зося победила у нас. Блин, как давно я не слышал имя Зося. Офигеть просто. Итак. О, это у нас дуэли на ножах. Ох, дай угадаю, он выберет клоуна. А, нет, не выберу клоуна. Или выбрал клоуна. Куда-то идет. О, опа, и сразу прирезал. А, ФК убил, ну все, тебе. А откуда ты знаешь, что он ФК или нет? Он просто, может, не успел среагировать. Да. У нее рука дергается. Руку убери, у тебя... Глянь, ты видишь это или нет? Вижу. У тебя тоже она дергается? Не. Вот посмотри на мой экран. А у меня вот дергается. Ну, я думал, ты меня прям про меня. Нет, про вот эту девочку рядом со мной. У нее рука дергается. Она очень нервная. Да убейте уже кого-нибудь. Молодцы. Вон, уже у двоих девочек руки дергаются. Так, ребят, это не очень хорошо выглядит. Хватит руками дергать. Уйди! Да нет, блин, я не успел среагировать. А чё ты руки-то с клавиатуры убираешь, а? Да потому что я думал, что меня не выберут. Я же самый неподозрительный человек во всей вселенной, во всем мире. До свидания.
Она дергалась, она мне... Вон, еще две дергаются. Что за синхронное дергание руками, ребят? Так, вы этого не видели. Какая-то багулина, связанная с этим скином или что? Без понятия. Да ладно тебе! Пришло время приобрести маскировку. Да ладно тебе! Я был уверен, что я ударил первым. Ну ладно, нет так нет. Ну ладно, да, тогда. Выиграй, выиграй, выиграй. Я выгляжу очень неподозрительно. Ты в катке? Да не. Почему ты вышел? Я не вышел. А, тебя убили, точно. Тьфу ты, блин. Ты чё? Я почему-то думал, что ты до сих пор... Вот это я тупанул сейчас. Неплохо. Меня же, блин, убили, потому что я не среагировал. Да, 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 ты молодец, я тебя понял. Оп, альбиноса убили. Ника Гуд Поп. В смысле? Шо? Да ты ж тупая мини-игра, я тебя ненавижу. Знаешь, это хорошая мини-игра, если она вызывает такие дикие эмоции у человека, знаешь? Ух ты ж тупая, да. Да пошло ты нафиг, ты тупой автомат с этими тупыми мини-играми. Тупой пулемет. Так, финал, финалочка. Ну вот иди сюда, вот посмотри этот тупой автомат с мини-играми, а. Да я не буду, сейчас катка начнется, потом гляну. ГГшечка. О, килл бонус, 5 кредов, точно, я же убил чувака. Один труп на моей совести. Зося. Зосю, кстати, я как раз и укатал. Вот это мой труп. Ладно. Голосуйте между водяным и обычным столом. Давайте водяной стол. Ну, давай прикольный. Водяной. Да. Он крутой. Я голосую за этого чувака. Я за розовую корову голосую. За розового вот этого парахрюка. Я не знаю, кто это такой. Парахрюк. А как это еще назвать? Оно что-то розовое и пушистое. Розовый парахрюк. А, там еще Уву сидит. Смотри. Угу. Там, где, видишь, там, где валяется розовый парахрюк? Там сидит девочка с маской Уву. Ой, она рядом со мной, фу. А, это ты? Это я. Я тебя поздравляю. Мы выбираем тебя нашим главным гладиатором, чувак, в черном. Ты уложил еще двоих. Ставки поднимаются, убей еще кого-нибудь. Так, победитель прошлой игры против гладиатора нынешней игры. Гладиатор побеждает, ставки становятся еще выше. Выбираем опять гладиатора. Кого бы выбрать? А что за меня голосуют? Нет! Ты нет, против гладиатора! Да! Да! Убей! Убей! Есть. Красавчик! Ты убил гладиатора, ты стал главным гладиатором. Да теперь они за меня голосуют, да идите вы нафиг. Да я за тебя... Убей рыцаря, да, да, а да, что да. Это так легко? Надо Уву убить. Они теперь меня боятся вообще, Фрис. Все, не будем за меня голосовать. Ува против тебя. Не. Да. Не. А, Ува против Зоськи была, хорошо. Так, теперь не выбираем меня, выбираем Бекона Волосова. Уву против Бекона. Да, конечно же, Уву проиграет. Бекон — это самое лучшее вообще, что может существовать. Ой. Ты не успел это договорить, как Бекон уже проиграл? Вот это ирония. Ну за нее голосуйте, так, за нее. Самый главный вопрос. Каждый раз, когда я прихожу в эту игру, я забываю, здесь кидать ножик на кнопочку или на И. Да в смысле? Уву тебя грохнуло, серьезно. На кнопку мыши кидать нож или на И? Напомни мне. Зажми. Просто. Кнопку мыши. Да, зажми и будешь кидать нож. Зажми и потом отпусти. И ты кинешь. Оп! Ну, можешь шаги попробовать. Я в смысле два? В смысле два? Да ладно, блин. Это все из-за того, что я на столе был, я понял. Все, пойдем играть в автомат, вдруг... Да, пулемет. Хорош опять выигрывать. Че так быстро, зачем? Лиза выиграла. Почему? Ну, этот автомат и че? Так, нажимаем на красную кнопочку. Попробуйте снова потом. Ты 10 кредов потратил?
Нет. Ну, значит, попробуй вот снова потом. Блин, я хочу кого-то убить. Кого-то убить надо. Руки чешутся. Ладно, пойдем. Гасим, он почти смог. О, критический раунд. Можно выиграть дважды больше денег. Я должен выиграть здесь. Ой, а где я? Нет, ну, не надо. Это рандом. Моментально меня просто вынесли. Почему? Что я вам сделал-то? А кто тебя убил? Я без понятия, темно было, даже вспышки от выстрела не было. Я голосую за эту... Пикачу, я выбираю тебя. Опа. Ой, я подозреваю этого бекона. Я подозреваю Куба? Этого темного бекона. Куба или Серик? Там два бекона сидят. Они тебе за меня голосуют. Это идите вы нафиг, твари. Да, прикольно. Так, Куба или Серик, кто-то там говорил. Я голосовал за темного бекона. Да пошел ты нафиг, ты тупая мини-игра. Да чтоб ты вообще не существовала, удалилась. Я не люблю что, я это. Что, блин? Да. О, они угадали убийцу. Блин, я даже не заметил, кто это был. Ну, это был беконоголовый какой-то, потому что он, по-моему, стульчик подвинутый. Ну, ладно, может, я и ошибаюсь. Не буду гнать на чувака. Ты так. Уверен, что это был беконоголовый? Ну, нет, но я так думаю. Я же говорю, я не уверен, но я так думаю. Слишком много беконоголовых, я уберу одного. Мы голосовать будем или по очереди убивать? У меня аллергия на беконоголовых. Хорош беконоголовых убивать. Все, меня уже убили. Ты еще не стрелял? Да вообще, меня только что убили. Тебя тоже угрохнули? Да блин, скотина ты. Скатился, скотина. А, пушка не сработала. Нет, ну вот это рандомная тема. Можно сказать, что она вроде нечестная, и ничего от тебя не зависит. На самом деле, это как раз и интересно. В этом вот рандоме есть некий интерес. Есть тут, ну, как бы есть... версия, где ты можешь вычислить убийцу или честно сражаться на ножах. А есть вот такой чисто дичайший рандом, и это тоже классно. Так что, не знаю, мне такое нравится. Делерия. Надо изменить маскировку. Они считают меня самым подозрительным. Вон, чувак в доспехах, у него так и написано. Агент-парень. Агент-парень. Ну, он секретный чувак, он в маскировке, он агент, все. Это агент-парень. Да. Бессадовник. В смысле? Минуточку, а откуда осталось только беконоголовых? Я же двоих убил. Да, ты забыл про... Еще два есть? Последних двух беконоголовых. Блин. Это были беконоголовые, Кьюба которые победил. Прятались. Куба. Куба Гудингс. Есть такой актер, если еще. Ладно. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну-ка. За что мы сейчас будем голосовать или не будем? Почему лампочку не разбивает? Это же самая крутость. Когда ты победил, да. Взять в конце такую лампочку. Вот. Дак-дак-стап. Бонус дакс. Дак-дак-стап. Дак-дак-стайл. О, вот. Это дуэли на ножах. Я на одного беконоголового рядом с тобой. Раз, два. Ну их двое. Которые прямо рядом с тобой беконоголовый. Фиолетовый нож? Да. И вот чё? Я этот челик. Так. Ты черный? Да, я черный. Ну, это то, что ты сейчас... Ну, ты черный. Да умри уже! Да в смысле, как так? Да пошел ты нафиг! Как ты с такой красивой маскировкой взял и слился буквально вторым? Это где сейчас? Что сейчас произошло? Да пошло оно нафиг, я обиделся. Не подходи ко мне. Да, было такое. Офигеть. Да, смотрите, этот баг, он работает на вот эти скины, у кого руки по типу Лего,
сделаны, они такие квадратненькие, как у нас. Но у них срабатывает вот этот баг по зажиманию ножа. А, не-не-не-не-не, на квадратных руках тоже такое срабатывает. Блин, ну что, вон чувак с квадратными руками, у него тоже этот баг сработал. В общем, значит, это просто баг в этой игрульке сейчас появился. Раньше такого не было. Раньше было лучше. Раньше Блин, а было плащ прикольный, лучше. кстати. Ты про чей плащ именно? Вот этого чувака. А, у меня есть такой. Не выбирай меня. Не, хотя ладно, выбери, давай. Поехали. А, не выберет. Он за плащом идет, что ли? Нет, у них разборки, у беконоголовых разборки. У беконоголовых разборки. В маленьком Бронксе, блин. А вот уже чувак пошел лично на него. Я что-то думал, что он прям к нему пойдет. Блин, а он крут. А он грут. Он груд, он еще тот груд. Да ладно тебе, ну серьезно, что ж меня так не прет-то сегодня? Я был уверен, что я по нему попал, и тут бах, он меня убивает. Что-то как-то я не знаю, что со мной сегодня происходит. Ну, что-то с тобой происходит. Что ты кидаешь? Ну ладно. Попал еще и в голову, неплохо. Да уйди от меня. Блин, он второй, третий раз уже победил. Фига себе, чувак играть умеет. О, и лампочку разбил, красава. Посмотри в темноту сзади тебя. Да. Видишь? Вижу. У меня же вот часть тела вот так вот красиво. Угу. Блин, если бы не было еще твоего ника, видно, было бы вообще замечательно. Из этого можно сделать крутую превьюшку. Согласен. Так, если вы... Чё-чё-чё он сказал? Сейчас возьмете и убьете меня. Беконовая команда, он только что сказал. Что? Беконовая команда? Кто сказал беконовая? Беконоголовый сказал про беконовую команду. Вали его! О! Моментально ножом прилетело, беконовая хорошо. Беконовая команда? Я хочу стать членом беконовой команды. В смысле? Ты же поедатель бекона. Как ты можешь попасть в беконовую команду? Ты чё? Ты такой, только попадешь к ним, сразу сожрёшь всех. Да. Ну для этого я же хочу туда пойти. Всё, я беконовых... съел свои беконовые волосы. Беконовых я съел выбили оба. Волосы. А нет, вон, еще один остался. Я буду голосовать за этого парня рядом с собой, черного. Он странный. Он подозрительный. Опа, все, красиво, всех беконовых уложили. Зачем ты это написал? Тебя сейчас следующего убьют. Нет, да не, ну не верю я в это. Нет, они за меня голосуют. Если не хотите умереть, не выбирайте меня. Чувак, ты слишком самоуверенный. Я выберу его. Ты слишком самоуверенный. Я убью вас. Ты что, читак, что ли? Чтобы... Ну, блин, он кидается ножами. Ладно. Не, на самом деле, вот такая фигня, когда чуваки слишком самоуверенные, мне не нравится. Вот. Ну да, он смог убить 3-4 человека, но тебя же все равно кто-то сейчас раскатает. Ну это же чистый рандом. Он делает ставку на то, что он кидается ножами, а не дерется. И поэтому, типа, он убивает людей. А ничего, не умеет ножи кидать? Вот сейчас выбери его и убей, и все. Нормально будет. Мне никто не хочет убирать. Ну, видишь, он сразу, смотри, что он делает, смотри, какая у него тактика. Он разрывает дистанцию и сразу же начинает кидаться ножами, он не лезет в ближний бой. То есть, это нужно или петлять, подходить к нему, или тоже хорошо кидаться ножами. Пожалуйста, убей этого. Ой. Да, она просто афкашка была какая-то. Так, если ты выберешь меня, то я сделаю так. Пошла такая, промолчала. Ой. Ну убей его, убей! Нет! Сделай этот! Мне не хочется с ним сражаться, знаешь? Ну будешь, значит. Да смысл это
Понимаешь, понимаешь, в чем прикол? Не попал, это место какая-то. Он идеально, он просто кидается. Он в этом его фишка. Да, 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 вали отсюда, убил он всех. Вот. Он хорошо кидается ножами. Он не умеет драться, он просто хорошо кидается ножами, он этим пользуется. Вот в этом вся фишка. Да пошел нафиг, снайпер фига. Снупер. Да снубер. Снубер. Если мне дадут справа, пистолет... Слева, слева, стой! Слева. Кто слева? Что произошло? Убийца не выстрелил и проиграл раунд. Угу. 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 Так, ну-ка. Так, что же будет? Пожалуйста, дайте мне пистолет. Я хочу пистолет. Мне нужен пистолет. Дай. Первым, кого убили, блин. Ну серьезно, я тоже хотел его убить сразу же, просто сходу. Тыщ! Я специально это сказал. Пушка не сработала. Я специально это сказал. Оу, паса. Я специально так сказала, I killed everyone. Специально сказал, специально сказал с индийским акцентом? Да. Нет. Не меня. Давай этого дьявола рядом со мной. А, пушка не сработала. Я хотел убить бекона головой. Теперь он об этом знает, а мне не сработала пушка. И он сразу же убил меня. Вот это вот называется карма. Я за тебя отомщу. Вот это называется карма, потому что... Все везение человека в одном кадре. Этот беконоволосый с фиолетовым пистолетиком, он выглядит слишком грозно, поэтому я убью его. Блин, беконовая команда. Кстати, Серик YouTube, видишь, YT6. Да. Чувак тоже, наверное, или ютубер, или стример, или что-то. Ну, я не показывался ники, вот в чем дело. Ну, тот, который меня убил, опа, да, тебя тоже грохнули. Ха-ха-ха-ха, он мертв. Пойду хотя бы. Серьезно. Пойду там хотя бы поиграю в аркаду. Попробуй, аркадник. Разозлюсь, просру свои деньги. Тоже можно рискнуть, почему бы и нет. ТТ, да. Такое может еще раз? Ну, давай. Ты там деньги, главное, не трать. А сколько у меня денег осталось? Ты в любом случае их не трать. Да у меня еще всего лишь целых 44 кредита, понимаешь? Мне еще хватит на целых 4 мини-игры. Ладно, ладно. У-у-у! Так. Слушай, на каком языке ты говоришь уву? Че это за язык, кстати, такой? Чего? Серьезно, я не знаю такого языка. Это похоже на испанский. Не-не, это не испанский, это что-то восточноевропейское, может быть. Может, я ошибаюсь, извините, ребят. Кто знает этот язык, можете подсказать. Банана. А, смотри, есть люди, которые ее понимают, значит, они играют тоже, короче, вместе. Банана бирка регелги. Ничего не понял. Но очень интересно. Очень интересно. Ну смотри, остались только беконы. Эти остались беконы... только беконы, да. Беконы дружат с самим собой, знаете? Это знаешь? Лампочку разбил. Теперь будете драться в темноте, серьезно? Опа, догнал. Ну это было легко. Они просто пожалели друг друга. Ну потому что они беконы. Бро. Реальные бро. Давай убивать только беконов. У меня что-то тоже появляется аллергия. И плаща. Беконов и плаща. Плаща? Плащ? Да, плащ-палатка. Ты про
тот плащ? Да, про тот плащ. Ну, я понял, знать. Но первыми будем убивать беконов. Убиваем самого грозного, этого лидера беконов. Потом убиваем уже таких нормальных, обычных беконов. Ой. Так. Уйди. О, выбор. Выбор. Выбор — это хорошо. К этому плащу идут. Нет. Ко мне. Да ну серьезно, который-то раз уже за сегодня. Ну, я же уверен, что я по нему попал, но почему-то удар проходит. Блин, может, я сам себя убиваю каким-то образом? Что это вообще происходит? Блин, серьезно, прям день невезения сегодня. Как так-то? А. Сколько? Я одного человека убил за всю серию, офигеть. Я вообще ноль человек убил за всю серию, прикинь? Да ладно. А, бывает такое. Не, ну не каждый же раз, блин, доминировать и выигрывать. Надо иногда и так поиграть. Но меня выбили. Нет, но все равно интересно было. Что? Че? Тебя убили, нет? Нет, ты живой еще, я вижу, вижу. Это я удивился, какого фига бекон всех убивает. Этого не должно происходить. Я удивился, удивить, не удивилась ли она. Он умеет кидать ножи, прикинь. Да. А я не знал. Я думал, беконы не умеют. А беконы умеют. Шах и мат атеисты. Красавчики. Просто взяли, помирились. Так, ну-ка. Две крысы сражаются друг с другом, прикинь. Почему крысы-то? Да потому что они не умеют драться в рукопашку. Почему? Вон одна убила другую, все нормально. Ну потому что у них шанса не было, они все. Карл у Клары украл кораллы, все, все хорошо. Умри! Умри! Ну, убей ты его уже! Да не хочет он умирать! Да! Хедшот! Да! Вот это вот крутой, классный момент, который сейчас просто оправдал всю сегодняшнюю нашу игру. Просто бомбически. Красавчик. Специально. Так, вот этого еще убей и выиграй раунд. И все. Да что, ну как ты мог? Я же не покину нож, это ты в лампочку попал. Ладно, ребяточки, вот так у нас сегодня получилось немножечко саспенса нагнать, посидеть, подражать. Ну, не то чтобы подражать, а так, немножечко понервничать. Спасибо, что были с нами. Приходите на наши следующие серии, приходите в эту игру играть. Она очень классная, очень клевая, мы очень рекомендуем. И на этом, наверное, все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.